Юбилейное 50-е заседание городской думы началось с торжественного отступления. Председатель законодательного собрания Валерий Сухих получил от главы города знак за заслуги перед городом. Также депутатами было принято решение о присвоении звания «почетный гражданин города» выдающемуся ученому, председателю Пермского отделения Российской академии наук Валерию Матвиенко. Это инициатива промышленников, оборонщиков, вот кто как раз вот занимается этим, то есть это и сотрудничество, это и наш политехнический университет. Один из центральных вопросов заседания – организация летнего отдыха и оздоровления детей. На эти цели в городском бюджете на этот год заложено 200 миллионов рублей. Мероприятиями планируется охватить 96% детей в возрасте от 7 до 18 лет. Отдохнуть и укрепить организм они смогут в одном из 32 уже готовых к сезону лагерей. Средняя стоимость путевки не превысит 22 тысяч рублей. Особое внимание будет уделено детям из социально незащищенных многодетных семей, сиротам и оставшимся без попечения родителей. Не остался без внимания вопрос обеспеченности местами в детских садах. На пленарном заседании депутаты приняли решение о выделении средств на приобретение в муниципальную собственность детского сада по адресу Комбайнеров 30Б. Предусмотренные денежные средства и в бюджете города Перми, и в режиме софинансирования с федеральным центром. Детский сад на 260 мест очень важен для индустриального района. Он серьезно разгрузит ту проблему, которая сегодня стоит с обеспечением местами в дошкольных учреждениях в целом для города. Только за прошлый год в Перми появилось более 4000 новых мест в детских садах. В муниципальную собственность было приобретено 4 детских сада. 10 подверглись капитальной реконструкции. Полина Рифа, Денис Пальчиков, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта».